В Нижней палате парламента сегодня состоялось заседание рабочей группы по вопросам новой редакции закона о развитии виноградарства и виноделия. Его провел спикер Госдумы Вячеслав Володин. На совещание были приглашены депутаты, руководители регионов, производители и эксперты. Участие в обсуждении принял губернатор Краснодарского края. Новый законопроект позволит решить ряд проблем отрасли. В том числе особое внимание стоит уделить сохранению виноградопригодных земель, уверен глава Кубани. Сегодня практически около 30 тысяч гектаров виноградопригодной ценнейшей земли, непонятно у кого находится, заложено в банках, теперь перезакладывается, включается в черту поселений, перепродается под застройку. И сегодня вот эта вот ценнейшая виноградопригодная земля вообще никак не защищена. Это просто сельхозназначение. Ну, поверьте, она бесценна. Она бесценна, и поэтому сегодня я делаю все в крае, чтобы эту землю сохранить, но мне нужны правовые основания, чтобы не дать эту землю застраивать. И вот сегодня есть уникальная возможность, уважаемые коллеги, благодаря вам, этим законом поставить точку в этой вакханалии. Вячеслав Володин рассказал, что новый документ будет внесен на слушание уже сегодня, ведь этот базовый закон необходимо принять до конца года.